Поговорим сегодня про общий supply, общее предложение NFT токенов. Что же лучше, когда NFT 10 тысяч экземпляров, либо же их около 500? Что хочу сказать от себя. Сейчас я наблюдаю, что тенденция такова. Да, есть NFT вроде Animetas, 10 тысяч штук, сейчас floor price 0.38, но это все газвары, поэтому стоимость, ну то есть не совсем прям так окупается во много. Скажем, условно можно было купить за 0.2, например, да, эфира с учетом комиссии, а сейчас 0.38, то есть почти 2 икса в NFT, как бы это не так уж и много. Поэтому я вижу, что есть некоторые проекты, которые сейчас выстреливают, имея supply совсем небольшой, около 500, 400, 300 штук. Данное количество как раз позволяет построить такую локальную свою систему. Давайте вот посмотрим на примере The Dudes. Такое многое FOMO возникает, потому как цена на пресейле была всего лишь 0.02 за The Dudes. Сейчас он стоит 1.8 floor price. Причем давайте, например, посмотрим, какой был продан пока что самый дорогой за 2.8. Ну, то есть тоже не так уж и далеко ушел от floor price, но тем не менее. То есть 2.8 эфиры с начальных 0.02. Получаем 140 иксов. Ну и даже если берем floor price 1.8, это 90 иксов. Ну и как мы видим, что здесь пишут, всего было 21 600 возможных дюцев, но замечено, ну как бы было заложено в supply 512, и все остальные, как бы, ну они остались невостребованы. То есть, ну тоже как некое генеративное искусство. Ну и что самое интересное, так как это такая небольшая локальная коллекция, в их твиттере изначально было всего лишь около 300, ну, даже 200, наверное, фолловеров. И сейчас вот мы видим, как только произошел сейл, произошло это буквально вчера, по-моему, да. И сейчас уже увеличилось, ну, сразу в 3 раза, с 300 до 1200, почти даже в 4. Поэтому имеет смысл искать не только коллекции, где заявлено 10 тысяч, 9 тысяч, 7 тысяч NFT, а именно такие вот локальные местные. Вот мы видим, что сейчас 1.78, вот у них был показан, да, как 1.8. Но, по-моему, сейчас найду, да, вот 1.4 был. То есть цена тоже еще повышалась, и, в принципе, на вторичке первоначально можно было купить, ну, где-то за 0.2, 0.3, что ли, эфира, где-то так, я уже не помню, примерно. И что еще интересно, например, именно в данной коллекции, как мы видим, всего 512 NFT на 209 владельцев. То есть каждый владеет примерно 2-3 NFT, то есть не более. А если же мы рассматриваем NFT на 10 тысяч экземпляров, там обычно владельцев 2-2,5 тысячи. Ну, 3 тысячи — это уже такие редкие коллекции. Вот, например, одна из таких — это Animetas. Перешагнули за 3000, 3200, но в основном у всех 2, где-то 2,5, ну, даже иногда бывает меньше. То есть приходится около 5 в среднем NFT на одного человека. То есть централизация больше. А в данном случае здесь абсолютно децентрализация, потому что фактически каждый дюц имеет по 2-3 голоса. Ну и если досмотрели до этого момента, хочу сказать, что у меня есть закрытый такой телеграм-канал еще дополнительный, где я делюсь как раз подобными сейлами, потому что сейчас, как раз говорю, тенденция такая наблюдается, что начинают выстрелить именно такие небольшие коллекции с 512, 300 штук NFT. Ну и сейчас как раз я выложил там одну из коллекций, которые сейчас там supply вообще 200 штук. На вторичке цену уже в несколько раз, в 4, по-моему, раза выше, но потому что сейл все-таки еще не закончен. Там такая волновая система, то есть они отрезками скидывают свои NFT. Так что если хотите, пишите, но сразу скажу, вход туда платный, он, ну, такой недешевый. Я решил сделать там, у нас всего пока что 4 человека буквально, просто вообще своих таких, ну, знакомых коллекционеров пригласил. Поэтому, в принципе, у вас, ну, банк на NFT должен быть как минимум, там, не знаю, долларов 500, тысячи где-то хотя бы. Ну и вход, повторюсь, недешевый тоже, спрашивайте в личку, кому интересно. Ну это так, такое отступление, я, наверное, и не буду больше как-то пиарить ее особо, потому что пусть там наберется человек 10, и, в принципе, мне хватит, ну или посмотрим. Может быть, желающих будет больше, может, меньше. Но повторюсь, там только такая самая сочная инфа. То есть, ну, в основном в телеграм-канале тоже я, конечно, скидываю много чего. Но, например, вот Animetas, про них многие знали, да, артблоки тоже многие знают. Но там я скидываю, помимо всего, какие-то исключительные дропы, которые вот я именно нахожу, серчи телеграм, серчи твиттеры.
поисках таких NFT-гемов конкретно, которые, ну, способны дать иксы. Ну и повторюсь, сейчас это, конечно же, такие мелкие коллекции. Они сейчас как-то больше рулят. То есть, ну, людям уже, наверное, надоело, что ли, когда большой supply. А здесь даже вот несмотря на то, что это вроде такие некрасивые существа, но тем не менее. И таких будет все больше, как мне кажется. То есть сообщества будут как-то дробиться, и NFT тоже. Ну, решать, конечно же, вам, куда вступать, в армию 10-тысячных NFT, либо таких вот местных, но мне сейчас больше по душе как раз-таки именно небольшие, потому что, ну, даже просто подумайте, иметь одну NFT из 500 штук, это куда круче, чем иметь одну-две из 10 тысяч supply. Ну и плюс самим админам, организаторам данной NFT коллекции, данного сейла, им проще управлять аудиторией в 200 человек, чем в 2-3 тысячи людей. Вот такие вот мысли. Надеюсь, было полезно. Подписывайся на мой телеграм-канал, на мой твиттер. Ну и если хочешь, вступай в мой закрытый телеграм-чат. Напомню, он платный. До новых встреч!